Встреча Петра Порошенко с судьями в Киеве началась с исполнения национального гимна. Пел президент Украины, пели делегаты съезда. Традиция была положена зимой этого года на Майдане. И здесь Порошенко объявил, главное требование Майдана он собирается выполнить. Президент сказал, что подготовил план реформ, необходимых для вступления в ЕС. Она предполагает 60 реформ. Стратегия предусматривает 60 различных реформ и специальных программ, которые подготовят Украину к подаче заявки на членство в Европейском Союзе через 6 лет. Дать заявку на набуття членства в Европейском Союзе. На прошлой неделе Украина ратифицировала соглашение об ассоциации с ЕС, отказ от подписания которого прошлой осенью привел к революции. Тогда Порошенко заявил, что страна поставила точку на своем советском прошлом. Россия выступает категорически против присоединения Украины к ЕС и НАТО. Обе организации пока что не собираются предлагать Киеву пополнить их ряды.